Некоторые из музыкантов, которые получили шанс взять урок у маэстро, приехали в Сочи из разных городов. Арам Бадалян, например, на мастер-класс к Башмету специально прибыл из Краснодара. В органном зале собрались педагоги, ученики городских музыкальных школ и училища искусств. Не обошлось на уроке без волнения и ошибок со стороны молодых музыкантов. Башмет каждому уделил немало времени, дал массу профессиональных советов. Не раз и сам брал в руки смычок, раскрывая секреты звучания альта. Вердикт маэстро – все участники мастер-класса на своем месте и могут стать хорошими музыкантами. Я вообще считаю, что уже пришло время передавать свои навыки и готовить почву и для того, чтобы вырастали профессионалы, а самое главное, для того, чтобы передать наши большие традиции, которые ценятся до сих пор во всем мире. Маэстро проводит много мастер-классов по всей стране, ведь он не только дирижер и виртуозный исполнитель. Он педагог, профессор кафедры альта Московской консерватории имени Чайковского.